Когда в Библии сердцем читаю откровения благие твои, я тебя, Дух Святой, призываю. Объясни, Дух Святой, объясни. И становится истина светом, и пророчества Божие сны. Только ты, Дух Святой, можешь это, о посланник небесной страны. Ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой. Я объята тобой и согрета. Утешитель ты мой. Когда люди, живущие в спешке, отвергают призывы твои и бросают в лицо мне насмешки, я прошу, Дух Святой, защити. И могу я стоять под ветрами, не сгибаясь от злобы людской. Я твоими хранима руками, о защитник невидимый мой. Ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой. Я объята тобой и согрета. Утешитель ты мой. И случается в жизни, встречаю тех, кто просит меня, говори. Слово Божье для них открываю, я прошу, Дух Святой, умудри. И польются живою рекою водопады Господней любви. И ликую я вместе с тобою, говори, Дух Святой.